Очень интересная головоломка со спичками. 22 умножить на 3 равно 99. Переставьте две спички, переставьте их таким образом, чтобы это выражение стало верным. Ответы пишите в комментариях, обсудим. Ответ автора в закрепленном комментарии. Здесь возможно несколько вариантов. Поэкспериментируйте. Вам будет интересно. Свои варианты ответов пишите в комментариях, обсудим. Ответ автора в закрепленном комментарии. Понравилось видео? Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!